Увидеть кукол с морщинками на лице или открытой улыбкой, как у человека, настоящая редкость. Удивиться можно вдвойне, если рассмотреть на них миниатюрные украшения или обнаружить баночку варенья в руках. В Красноярской школе декоративного искусства, лицея номер 1, школьников учат изготавливать таких кукол из полимерного куска глины – ливинг-долла. Шестиклассница Ксения Абишева своими руками уже слепила куклу и сшила ей костюм. У меня образ гороха из сказки Чиполлино. Он у меня не до конца еще доделан. Тут еще нужно доделать кофту. Вот, тут прикреплено. Ну, он адвокат, поэтому у него есть очки и книжка. Мы потом их оденем. Он будет сидеть на пеньке. В школе декоративного искусства полным ходом идет подготовка к выставке авторских кукол. Каждая из участниц школы выбрала себе героя из любимой сказки. Это образ младшей графини Вишенки, сказки Джанни Родари, «Приключения Чиполлино». Изучали черты характера данного персонажа и подумали, что так как она такая умная, вся из себя, придали ей образ такого курносого носика, чтобы она выглядела более заумной. Очки, глаза такой, ну, немножко надменный взгляд, чтобы она как будто возвышается над всеми. Взгляд, улыбка и костюм должны быть у кукол неповторимыми, как у людей. Правильное отображение эмоций позволяет различить злого героя от доброго, веселого от грустного, хитрого и лукавого от простака. У добрых как-то легче на лицо сделать, я думаю. Просто как улыбается. На изготовление одной куклы уходит несколько месяцев. Сначала полностью продумывается ее образ, а затем начинается лепка. И только после этого шьются костюмы и подбираются аксессуары. Полина Маркова трудилась над образом сеньора Лимона 5 месяцев. Сейчас она доделывает скипетр, один из главных атрибутов этого героя. Стульчик у меня сделал папа. Просто мы не могли найти, ну, чтобы мебель была похожая, как бы такая. И мы папа сделал из подручных материалов. Чтобы изготовить одну куклу, нужно купить пачку ливинг-долла, полимерной глины. Она стоит около 1000 рублей. Без медного провода и фольги у вас не получится каркаса головы и туловища. От того, как мы сделаем череп, будет зависеть, какой будет образ. Потому что у нас, вы же тоже знаете, что череп у всех разный, да? Лица тоже от этого зависит. После того, как каркас головы готов, приступают к лепке. Ливинг-долл похож по своим свойствам на пластилин. Он плотно прилегает к фольге и напоминает по цвету кожу человека. Чтобы кукла ожила, специальным инструментом, стеком, вырисовывают глаза, губы и нос. Для обжига я делаю такой крючочек, подвешиваю в духовку за решетку. Ну, я обжигаю 30 минут при температуре 128 где-то вот так градусов. Ну и при этом нужно проверять еще, чтобы с ним ничего не случилось. Если после обжига результат не понравился, расстраиваться не стоит. Если воздух попадает, мы потом вырезаем этот пузырь и залепляем опять и опять обжигаем. И не видно этих стыков, то есть можно править его еще. Художников-кукольников часто просят слепить куклу, которая была бы похожа, как две капли воды, на своего будущего хозяина. Таких кукол называют портретными. Стоят они от 12 до 20 тысяч рублей. Это кукла авторская. Она предназначена в основном для интерьера, для украшения интерьера. И технология такова, что одежда не снимается, обувь не снимается, то есть не игровая, не для игры. Куклы из ливинг-долла пользуются популярностью. Они украшают не только дома, но и офисы. Часто их можно встретить в интерьере ювелирного магазина. Но изготовить самостоятельно куклу не так-то просто. Необходимо владеть техникой лепки и обладать большим трудолюбием. Попробуйте, может, у вас получится.